We are live now. Okay. Great. So welcome everybody. Добро пожаловать всем на страничку Тензин Вангела в Фейсбуке. И прежде чем мы начнем, я хотел бы представить вам Аню. Она организует все эти мероприятия, очень много работы. Я знаю, что ей скоро нужно покинуть нас. Прежде всего, Аня, большое спасибо за то, что ты помогаешь организовывать эти трансляции. Хорошо, вот так, как они сейчас происходят, с помощью всей твоей команды. Спасибо, я тебя отпущу. И, конечно, я хотел бы тепло поприветствовать Амит Госвами. Доктор Амита Госвами, это большая честь. Я очень счастлив, что вы с нами здесь. Я интересуюсь вашей работой уже давно. И несмотря на то, что я не так много знаю о квантовой физике, для меня это большое ваша работа представляет большой интерес. И я чувствую, что в каком-то смысле духовность и наука, конечно же, должны сблизиться друг с другом, дополнять друг друга, потому что есть много людей, которые являются либо тем, либо другим крайним образом и не ищут, не смотрят на вещи с такого взаимодополняющей точки зрения. И чем больше мы можем их соединить, я думаю, тем больше мы, тем лучше это будет для всего человечества. И я хотел бы узнать об этом больше от вас сегодня. Если вы не против, может быть, вы скажете немного о себе, о своей работе. И я бы хотел также вас спросить, может быть, мы и с этого и начнем. Что квантовая физика, теория квантовой физики, знания дало вам, что вы почерпнули в отношении практики на протяжении всех этих лет, если свести это к трем каким-то вещам, и как эти три вещи повлияли на вашу личную жизнь, что изменилось, и вы думаете, что это также может помочь всему человечеству, всем. Большое спасибо, прежде всего, Ринпоче, за то, что пригласили меня к вам. Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, я почти ничего не могу сказать о себе, кроме того, что мне повезло, что я смог вот создать этот мост между наукой и духовностью. И это самое большое удовольствие в моей жизни соединять эти два мировоззрения. И это восстанавливает уважение к нашим духовным традициям, к этой огромной мудрости, которая накопила человечество. Ну, помимо того, что это научно не подтверждено до сих пор, но сейчас уже очень много есть научных подтверждений. И давайте все постараемся поменять наше мировоззрение или религия, или наука, и сформируем такое человеческое мировоззрение. И сейчас отвечу на ваш вопрос. Мне выпала привилегия, как я уже сказал, обнаружить некоторые основные принципы понимания квантовой физики. И первый принцип, который вытекает из квантовой физики, это что есть коммуникация без сигналов. Есть такая область реальности, в которой происходит коммуникация без сигналов, то есть моментальная коммуникация. И сейчас кто-то может подумать, да, мы знаем, что есть телепатия и так далее, это мгновенно, но это нечто более глубокое, намного глубокое.
Здесь говорится, что есть другая область реальности, другое измерение реальности вне пространства и времени, потому что в пространстве и времени любая коммуникация происходит посредством сигналов, и для нее требуется время. Мы называем их локальные сигналы, потому что им нужно преодолеть какие-то места, прежде чем достичь какого-то отдаленного места. Итак, что касается коммуникации без сигналов, моментальной связи без всего, то есть только одна возможность, чтобы связь была моментальной между вещами, это что они являются чем-то одним. То есть есть единство, ничто иное, ничего другого. И, конечно, это является основой всех духовных учений, что наш источник – это единство. И наука действительно это вновь обнаружила. Вот эта нелокальность, как мы ее называем, коммуникация без сигналов, подтверждена многочисленными экспериментами, очень много экспериментов. Любой студент может пойти в лабораторию и убедиться в этом. То есть нет просто сомнений. Любой разумный человек согласится с тем, что есть вот это единство, которое является источником всего. В квантовой физике вот это единство считается потенциалом. То есть это область возможностей, откуда возникают все события и переживания. И вот это основополагающая позиция моего понимания квантовой физики, что сознание является основой всего. Вот я создал теорию квантового измерения, и можно прийти к безошибочному выводу с помощью нее, что вот эта нелокальная область, нелокальность является тем, что мы называем сознанием. То есть единство – это и есть сознание. И, конечно, мы это называем умом. Это буддийская традиция с большой буквы «ум». И мы должны уважать слова, термины друг друга. Но одновременно нам нужно понимать, что то, что в буддизме называется умом, с большой буквы «у», в современной науке мы называем сознанием. И затем происходит разделение на субъект и объект. Итак, вы это называете квантовым сознанием, верно? Да, мы называем это квантовое сознание. Изначально я был очень восхищен этим, идеей того, чтобы навести мост между наукой и духовностью. Это было для меня очень важно, потому что я сам был очень несчастливым физиком, и я подумал, что мне нужно стать счастливым, и я могу быть счастливым. И я начал работать с квантовой физикой и также с духовными практиками практически одновременно. Я создал для этого. И вот в тибетской тантрической традиции мы говорим о трех видах осознания. Первое называется всеохватывающим, внутри рожденным сознанием или осознанием. Второе называется изначальным, первозданным сознанием или осознанием. И третье называется сознательное изначальное осознание. И я думаю, что то, что вы называете нелокальным, это всеохватывающее, охватывающее и материю, и ум, и вообще все. Но есть также аспект того, что мы называем сознательное врожденное осознание. И оно немного более локально. Например, какое-то осознание есть во мне, есть осознание в вас, и мое осознание, не обязательно я о нем знаю, если меня с ним не познакомят какие-то обстоятельства или учителя, или какие-то знания. И пока меня не познакомят с этим знанием, и после этого я могу обрести непосредственный опыт этого. И только тогда у меня появляется так называемое сознательное осознание. Я думаю, что в квантовой физике в ваших принципах похоже, что вы тоже разделяете эти вещи. Да, мы разделяем. Мы говорим, например, что когда это всеохватывающее сознание, потенциал
единство, когда мы производим квантовое измерение, или когда наблюдатель наблюдает, наблюдатель может быть обычным человеком или тем, кто проводит эксперимент, неважно, любой, кто проводит эксперимент, кто что-то переживает, он переживает раскол на субъект и объект, а во всеохватывающем сознании есть только единство, нет раскола. У нас тоже есть эта концепция, и когда приходит учитель, или когда обстоятельства такие возникают, как в моем случае, это страдания, мы начинаем вопрошать, исследовать, и тогда выполняем какие-то практики, увеличиваю наше знание, я делаю то и другое, и посредством этого мы обнаруживаем вот это единство, и действительно, вот эти три уровня у нас тоже есть. У нас они должны быть, иначе не будет происходить объединение. Может быть, другой вопрос к вам. В некотором смысле, в древних традициях, духовных традициях, таких как в тибетской буддийской традиции или в индуистской традиции, вот эта идея всеохватывающего сознания, знания, уже существует в течение тысяч лет, непрерывные линии преемственности, линии передачи, есть опыт и медитации, все это уже есть. А квантовая физика утверждает, что она это обнаружила. Как вы думаете об этой, что вы думаете об этой идее того, что она вновь обнаружила то, что всегда вроде бы уже и было? Это повторное обнаружение. Я всегда обязательно говорю повторное обнаружение. Я считаю великих мастеров наших великих традиций учеными, исследователями сознания. Я не считаю их святошами, потому что они ими не были. Они были исследователями, они были провидцами, так же, как сейчас ученые являются провидцами. Мы касаемся вот этого единства, откуда происходят все обнаружения, и происходит такое слияние. Наша методология и методология великих мастеров, или ваша, вы занимаетесь этим сейчас на основе древней традиции, то есть она продолжается, и мы занимаемся тем же самым, вот это то, что я говорю, и только мы это применяем и экспериментально проверяем, подтверждаем. Это единственная разница. Вы создаете какой-то опыт и углубляете его, чтобы обрести новое понимание, а мы приносим это на арену экспериментов, убеждаемся в этом, что да, вот идея, которая возникла, она верна, и после этого мы ее применяем и пытаемся что-то изменить, трансформировать, и после этого наши пути полностью совпадают. Например, сколько квантовых физиков есть, которые имеют не только теоретическое понимание квантового сознания, и также доктор Чопра говорит о квантовом исцелении. Вот эти принципы, то есть они видят их не только как внешние какие-то технологии, но у них есть также внутреннее понимание, есть опыт, прямой опыт этого. Сколько есть таких квантовых физиков? Я не знаю, сколько... Вот традиционно в индуизме или в буддизме люди должны сначала проделать подготовку, основополагающие практики, затем они постепенно приходят к этому к введению в большое сознание, и оставшуюся жизнь они медитируют для того, чтобы это полностью постичь. И как вы думаете, вот в квантовой физике, насколько люди действительно могут понимать эту теорию и уметь применять эти теории на уровне личного опыта, что это действительно становится
приводит их к идее освобождения, по крайней мере, к тому, чтобы минимизировать неведение, страдания и в каком-то смысле привести какие-то изменения в обществе. Как вы думаете, вот эта теория, эти принципы, могут ли они так влиять на индивидуальную жизнь и на социальное благополучие? К сожалению, научная традиция очень академична. Вы должны это понимать, что на Западе идея объективности очень популярна среди ученых, и то, что они обнаруживают, если мы субъективно это увлекаемся, они считают, что мы нарушаем этот принцип объективности. И люди как бы держатся в стороне от того, что они обнаруживают, и, к сожалению, это огромное препятствие, потому что сознание – это не вещь, это не объект. И в ваших книгах это очень ясно объясняется, что действительно, когда мы отбрасываем идею, что это объект, что это объект, и непосредственно погружаемся в субъект, вот только тогда мы можем, только тогда начинается мудрость. И, к сожалению, большинство ученых не готовы этому следовать. Поэтому до сих пор есть дебаты, является субъективность реальной или нет. Вы не поверите, но это главное разногласие. Сознание – это я, это какой-то объект, на который я могу смотреть, или же это действительно существует, и есть какое-то сознание, которое обладает какими-то своими качествами и которое можно назвать субъектом. Вы говорите в вашей книге о чувстве недвойственности. Идея в том, что в каком-то смысле необходимо выйти за пределы субъекта и объекта, чтобы обрести опыт вот этого нелокального квантового сознания, верно? Да. Трудность, с которой сталкивается большинство людей, они видят сознание как объект, и поэтому они никогда не заглядывают в субъективный аспект сознания, а это очень важно для того, чтобы обнаружить недвойственность. Именно так можно обнаружить недвойственность. Это нужно изменить. И я основал вот такое движение, уже много лет мы этим занимаемся, квантовый активизм. Не только понимать квантовую физику, а многие люди, все больше людей понимают это, но интеллектуально. Но мы хотим пойти дальше, мы хотим применять принципы квантовой физики в нашей жизни, чтобы трансформировать ее, изменять транзакционные способы функционирования нашего общества, которые создают беспредел и хаос. Мы хотим это изменить, мы хотим создать мирное общество, креативное, духовное общество. И мы чувствуем, что очень важно это, чтобы общество это осознало, и об этом духовные традиции говорят с самого начала. И может быть, есть смысл в том, чтобы называть это научными названиями. Это те же самые духовные принципы. Но у нас есть научные названия, и может быть, так легче понимать, потому что мы также можем представить какие-то данные, и люди могут этому больше доверять. Но есть еще дополнительный момент. Например, есть действительно неверное понимание у многих людей, что если вы что-то знаете, о чем-то знаете, то и все. Вы присоединяетесь к христианству, и это достаточно. Вы знаете о Христе, и это достаточно. В квантовой физике говорится о потенциале, но его нужно еще реализовать, актуализировать. И поскольку ученые это говорят, возможно, люди больше будут замечать, что важны практики, духовные практики, потому что нам нужно актуализировать единство. Это не так, что достаточно присоединиться к религиозной секте, и вы окажетесь в раю. Это не так просто. Нам нужно делать практики также. Нам обязательно нужно делать практики. Итак, есть такая возможность, что какой-то человек
приобретет вот это знание и действительно обретет опыт и постижение этого сознания. И это очень важный аспект, да? Я не могу действительно любить только потому, что обнаружил единство в качестве концепции. Я должен научиться любить, актуализировав это единство по своем бытие. И об этом говорят духовные традиции изначально, с самого начала. Доктор Чопра говорит о квантовом исцелении в своей книге. Это, наверное, похоже на то, что вы смотрите на это похожим образом. На самом деле, я пошел немного дальше, чем доктор Чопра, и я указываю на то, что квантовое исцеление, можно достичь его, выполняя такие же духовные практики, которые уже очень давно используются. Со времени Патанджали в Индии, Падмасамбавы в Тибете. Можете ли вы уточнить вот квантовое сознание, его роль в исцелении, роль в минимизации человеческого страдания, его роль, может быть, в том, чтобы в конечном счете преодолеть двойственность и неведение? Как квантовое сознание, какую оно играет роль, это первое. Во-вторых, я хотел бы немножко поговорить, если у нас есть время. Вот есть такое понятие в нашей традиции, в традиции Дзогчена, великого совершенства. Есть много свидетельств того, что многие учителя достигали тела света, радужного света. Это называется тело света или радужное тело. И вся идея в том, что вследствие их постижения чистого сознания или чистого осознания, они были способны растворить весь материальное, все материальное тело обратно в чистое сознание, то есть от земли, воды, огня и воздуха обратно в пространство, откуда все происходит, материализуется наше тело. То есть они как бы раскладывали его на части обратно, в обратном порядке, физическое тело в свет. Это первое. И есть также другая идея о том, что мы также проводили исследования, и боль, физическая боль или эмоциональная боль очень сильно связано с идентичностью, с самоидентичностью, которая связана с... И если мы можем изменить свою двойственную самоидентичность, растворить, отпустить ее, то и боль исчезает, болезнь исчезает, происходит исцеление. И опять-таки, вот это сознание играет очень важную роль в том, чтобы растворить действительную болезнь или боль, или даже все тело. Можете ли вы немножко сказать об этом? Я буду говорить шаг за шагом. Это целая лекция. Я надеюсь, что вы будете меня немножко иногда останавливать, иначе это станет очень длинным речью, с моими шагами, если идти. Итак, мы полностью согласны с духовными традициями, что основное человеческое состояние, что мы очень сильно ориентируемся на удовольствие, и у нас есть такие нейронные контуры, мы называем это по-научному, и это вот ревность, злость, похоть, и вот все это заслоняет солнце, как вы, ребята, это называете. И мы сделали объектом, объективизировали свое «я», и мы, поскольку мы привязываем к удовольствию, мы также объективизируем «я» других, и нам нужно изменить свое отношение, свою связь с единством. Как вернуться к единству?
У нас есть великие открытия квантовой физики. Первое – это нелокальность, я уже упоминал, в духовных традициях это называется пространством, расширением сознания. Прекрасная концепция. И также это и переживается. Мы это называем нелокальностью, коммуникацией без сигналов, потому что мы таким образом с этим экспериментируем, мы показываем, что возможно коммуникация между объектами без сигналов. И следующее – это квантовое исцеление. Вот есть такое узкое определение себя. Я определил свою идентичность, самоидентичность, она ограничена. Вот эта ограниченная личность вкладывает неправильный смысл в мои переживания. И вот этот неправильный смысл создает блоки в том, как я воспринимаю энергию, и вот эти блоки в конечном счете превращаются в физическую болезнь. Когда мы замечаем, что ментальное построение, самоидентичность производит болезнь, мы можем начать воспринимать все иначе. Конечно, есть физические болезни, чисто физические. Например, я порезал палец. Я не говорю о них. Я говорю о таких болезнях, как рак, сердечные заболевания, автоиммунная болезнь. И чаще всего это производится ментальным стрессом, неправильным истолкованием того, что происходит в нашем мире. В этих случаях мы можем использовать 4-5 стадий, которые обнаружены уже давно, более 100 лет назад, и мы теперь полностью знаем, духовные традиции используют это, и творческие люди это используют тоже. Мы должны подготовиться, мы получаем все знания, которые можем получить, идем к докторам, к практикам народной медицины, получаем от них все советы, делаем какие-то выполняем что-то практические, мы принимаем лекарства, чтобы купить себе время, и после этого мы расслабляемся. И вот это расслабление, оно во многом подобно медитации. Сначала концентрация, а потом это подготовка, а потом расслабление. Просто расслабляемся. Вопрос, возможно ли вот это тело света, возможно ли с точки зрения квантовой физики, возможно ли достичь тела света, возможно ли растворить физическое тело в свете? Я говорю о том, что происходило, а не о том, я не спрашиваю, возможно ли это. Если возможно растворить самоидентичность, может быть, у меня одна идентичность, и я могу ее полностью изменить. И сегодня люди меняют свою самоидентичность, мужчины становятся женщинами, женщины – мужчинами. Гражданство меняется. Но внутреннее, с точки зрения «я», «эго», конечно, с помощью медитации, вся идея в том, чтобы превзойти это, изменить это, может быть, с локального на нелокальное чувство единства, единого вкуса. Но физическое тело, возможно ли изменить, превратить его в свет? Мы сейчас немного забегаем вперед. Итак, квантовое исцеление, когда мы проходим через это концентрацию, расслабление и чередуем их, вот это получается, что это третья стадия чередования, это очень популярно в Америке. И если мы проходим через этот процесс, это то, что обнаружил доктор Чопра, нам нужно пройти еще четвертую стадию из проявления. Мы после этого должны изменить свой стиль жизни, образ жизни, и это ключ. Потому что тогда меняется самоидентичность. К сожалению, большинство людей не проходят через это изменение самоидентичности и возвращаются к своему эго. И поэтому, к сожалению, эксперименты наши показывают, что болезни возвращаются. То есть люди не могут оставаться в этом сознании и осознании, в оптимистическом взгляде, они возвращаются обратно в ловушку боли, эго, этой самоидентичности. Такая проблема, да? Конечно, у большинства людей так происходит. Они не способны. В моей собственной жизни у меня были проблемы с сердцем,
Пришлось сделать операцию коронарного шунтирования, заменить 6 артерий. Но я уже занимался духовными практиками, и у меня абсолютно не было проблем с тем, чтобы действительно иметь свой образ жизни. В частности, я стал вегетарианцем. И все это очень сильно помогло. Но у большинства людей происходит так, что они не проходят через это изменение, которое они должны произвести, вот такую трансформацию. То есть нужно перейти от своих транзакционных привычек к пространственному сознанию. И вот это мы называем, вы и я называем трансформацией. И большинство людей либо не заинтересованы в этом, либо не способны пройти эту стадию. И, к сожалению, вот это имеет место. Квантовые скачки, нелокальность – это главный урок, который мы извлекли из квантовой физики. И если мы их хотим применять, то мы действительно можем обнаружить единство и все это, о чем говорится в Дзогчене, что есть только вот это сознание, и затем сознание на самом деле пустое, и если оно пустое, мы проходим через всевозможные процессы, обнаруживаем пустоту, все это. А что касается радужного тела, с моей научной точки зрения, когда люди говорят о радужном теле, изменении физического тела, то они говорят о другом физическом теле. Даже несколько лет назад мы не могли об этом говорить в квантовой физике, что мы могли говорить только, что есть только одна только физическая вещь, только вот эта физическая вещь. И радужное тело невозможно, поскольку это не допускается в квантовой физике. Но, к нашему удивлению, к удивлению всех, мы сейчас обнаружили, что на самом деле видимая материя, из которой мы состоим, это всего лишь 5% Вселенной, а 95% Вселенной – это другой вид материи, который называется темной материей. И вся игра изменилась, потому что вследствие нелокальности сознание во многом может быть посредником между видимой материей и темной материей. И действительно, в тибетской традиции, в пятом бордо, после смерти, почему это называется темной материей? Я бы назвал это светлой материей, потому что обычная материя и эта материя не взаимодействуют непосредственно. Нет локального взаимодействия. Эта материя имеет только тяжесть, силу тяжести. И мы не можем ее видеть. Мы только постулируем ее, потому что без этого постулирования непонятно понять, почему Вселенная расширяется так, как она расширяется. То есть обязательно принять, что это есть, но мы не можем ее видеть, поэтому мы называем ее темной материей. Но темная только в том смысле, что она недоступна для локальных сигналов. Но нелокально, конечно, мы можем ее воспринимать, если мы обретем доступ к этому уровню реальности. Можем ли мы сказать, что нелокальный сигнал... Вот говорите, коммуникация без сигналов. Когда вы это говорите, как вы определяете, что такое сигнал? Сигнал – это энергия. Например, вот сейчас мы с вами общаемся с помощью энергии звука, потом электромагнитной энергии, она превращается опять в звук, и вот все это локальные сигналы. Возможно ли, что вот это отсутствие сигналов, это просто сигнал неизмерим для нас сейчас? Нет. Потому что мы исчерпали эту возможность. Люди предполагали, что, может быть, есть какие-то сигналы быстрее скорости света, но это исключается.
То есть это не могло бы быть. То есть в этом пространстве и времени есть сигналы, которые медленнее скорости света или такие же быстрые, равны скорости света. И есть также коммуникация без сигналов, и это область сознания, это установлено. Может быть, прежде чем мы продолжим, я бы хотел провести, чтобы вы провели небольшую медитацию. Может быть, вы могли бы провести с нами короткую медитацию на основе вашего знания, ваших открытий, которая была бы полезна для всех. Одна из чудесных вещей, которая делается в квантовой теории, мы устанавливаем, подтверждаем энергии, которые мы чувствуем в теле, особенно в чакрах. И самый важный из чакр – это чакра, расположенная в сердце, мы называем ее сердечной чакрой. И в этой медитации мы пользуемся сердечной чакрой. Очень легко активизировать сердечную чакру. И вот сейчас все слушатели, пожалуйста, закройте глаза. Расслабьте свое тело. Как его расслабить? Сначала его нужно напрячь. И потом, когда вы вдыхаете, вы напрягаете тело. Потом, когда вы выдыхаете, вот таким, с таким звуком «А» мы расслабляем тело. Сейчас вы в вашем теле. Теперь направьте внимание на свою сердечную чакру. Думайте о счастье, о любви, о том, о ком вы заботитесь, о духовных учителях. Все это помогает нам направить энергию в сердце. Почему сердце так важно? Потому что голова думает. И нелокальность очень трудно понять головой. Все происходит из этой нелокальности, и вообще это можно сделать, но просто очень трудно. И поэтому лучше делать это посредством сердца. Итак, сейчас мы начинаем чувствовать расширение энергии, которая в нашем сердце. Происходит расширение. И вот это расширение мы визуализируем. Как мы его визуализируем? В виде золотых лучей любви. Они излучаются из нашей сердечной чакры в сердца всех, кто вокруг вас. Все, кто прямо непосредственно вокруг вас, пустите золотые лучи света из вашего сердца, направятся непосредственно в их сердца, непосредственно, сразу, без какой-либо задержки во времени. Мы не обмениваемся сигналами, мы просто визуализируем расширение сознания. Другими словами, мы расширяем наше сознание на то, что нас окружает. Чувствуйте это окружение. Раньше только ваше сердце расширялось, теперь оно расширилось настолько, что наполнило все помещение, всех существ, которые в этом помещении. Итак, другими словами, у вас расширилась сердечная чакра. Ваша любовь охватывает все помещение, которое полно живых существ. Чувствуйте это расширение, чувствуйте счастье этого расширения. И сейчас расширьте свое сознание еще дальше, дальше того, что вы можете видеть. Вот эти лучи света золотые излучаются и заполняют весь город, в котором вы живете. Иногда мы думаем, что означает жить как он в городе, быть жителем города. Это означает, что вы находитесь в сообществе, которое вы можете актуализировать, вот эта локальная связь со всеми. Вот мы это называем сообществом в квантовой физике. Вы потенциально можете с ним со всеми встретиться. И сейчас мы актуализируем вот эту нелокальную потенциальную связь со всеми. Мы это делаем с помощью своей визуализации, с помощью воображения. Расширяйте свою любовь, золотые лучи света на всех.
в городе, в котором вы живете. Теперь вы стали жителем своего города, единым сознанием этого города, большого города. Оставайтесь в этом расширении несколько минут или несколько секунд. У нас нет времени для нескольких минут. Радуйтесь. И теперь расширите еще дальше свое сознание. Представьте, что золотые лучи из вашей сердечной чакры охватывают, излучаются сердечные чакры всех в вашей стране. Для большинства из вас это США, а если вы вне США, то вот это другая какая-то ваша страна. Вот эта потенциальность единства мы актуализируем для сообщества с помощью нашего воображения. Мы его актуализируем сейчас для всей страны. Как определить страну? В квантовой физике мы ее определяем с помощью этой возможности, что, в принципе, мы можем встретиться со всеми в стране, и тогда мы, исходя из этого, делаем вывод, что мы потенциально едины, но и взаимодействие друг с другом, мы становимся действительно едины. Так, визуализируйте и думайте, как чудесно, что вы поистине живете в стране, как в сообществе, где все люди могут действительно переживать единство друг с другом. Наслаждайтесь этой актуализацией потенциального единства со всеми в вашей родной стране. И сейчас, пожалуйста, сделайте то же самое для всей Земли. Это немножко сложно, потому что на Земле есть разные культуры, разные стандарты жизни, есть бедные страны, есть страны, где творится насилие. И все равно они едины с нами. Каждый из нас потенциально един со всеми остальными. Расширьте свое сердце, даже хватив даже те места, где люди очень другие, отличаются от вашей культуры, отличаются от с точки зрения негативных эмоций, с точки зрения их дружелюбия, с точки зрения благосостояние, но все равно старайтесь видеть потенциальность того, что мы все едины, и старайтесь видеть посредством вашего воображения, вы можете актуализировать свое единство с ними, и делайте это, и чувствуете чудесное расширение. Чувствуете это расширение, и теперь, по крайней мере, 10 минут побудьте в этом состоянии единства, в этом состоянии радости, расширения. И после этого, когда вы удовлетворены, очень медленно откройте глаза. Спасибо. Это такой, сейчас такая ситуация в мире, когда есть много раздоров, неопределенности. И это прекрасная медитация, когда, невзирая на различия, мы чувствуем, что мы едины. В этом каком-то неком месте нам нужно об этом помнить. Большое вам спасибо. Может быть, напоследок, прежде чем мы закончим, может быть, вы хотите дать какие-то сущностные наставления, сообщить что-либо очень важное всем. Да, с огромным удовольствием. Мы говорили о нелокальности и квантовых скачках, квантовом исцелении. Но есть еще третий принцип, и, наверное, пришла пора о нем сказать.
Мы живем в время рациональности, рационального ума. И у нас есть, мы живем в иерархичной культуре, то есть у нас есть стремление быть первым, у нас есть такие мысли: я лучше, чем ты, я хочу управлять, доминировать, и это упрощает мою жизнь, а ты вообще не важен. Вот все это. В квантовой физике, конечно, тоже есть простые иерархии подобного рода, но есть также очень чудесная концепция запутанной иерархии. Когда у нас с вами отношения запутанной иерархии, это значит, что мы актуализировали наше единство в такой степени, что нет границы между нами. Непонятно, где заканчиваюсь я, и вы начинаетесь, и наоборот, где заканчиваюсь вы, и я начинаюсь. В этом состоянии вот творчество становится нашим фундаментальным правом, и любовь тогда автоматично необусловлена. И в квантовой физике есть концепция запутанной иерархии, и она ближе всего подходит к тому, что называется в духовных традициях очень высокими состояниями сознания. Я бы пожелал каждому из вас помнить об этой возможности. Я не говорю, что это легко это осуществить. Нелокальность – это легко. Разрыв непрерывности – это немножко сложнее. А вот запутанная иерархия – это действительно трудно. Но, пожалуйста, развивайте уважение к запутанной иерархии и не всегда... Не всегда поддерживайтесь только простой иерархии во своих взаимоотношениях. Если вы откажетесь от простой иерархии во своих взаимоотношениях с миром, вы увидите, что оно очень сильно улучшится. Ваши отношения с миром очень сильно улучшатся. Спасибо. И последнее, что я хочу сказать, что касается коммуникации, то я открыт к коммуникации с вами, к общению с вами. У меня есть веб-сайт amitgoswami.org. Если вы напишете, или если вы напишете Ринпоче, я уверен, что он перешлет это мне. И я с удовольствием бы получил от вас какие-нибудь сообщения. И также мой помощник настоял, чтобы я еще нас немного порекламировал. Сейчас я провожу видеокурс в интернете на базе корпорации GlideWing. Так она пишется, о том, как жить квантовым образом, о квантовом просветлении. И сейчас это проходит набор в интернете. Начало 11 июня, вы все еще можете присоединиться. Я с удовольствием бы рассказал о том, как жить духовной жизнью с квантовой точки зрения. Спасибо, спасибо, Ринпоче. Большое спасибо за эти чудесные моменты. Это не локальный, локальный, без сигналов, сигнальный интернет. Это чудесно. Вы в Орегоне, я здесь в Берлине, и мы вот так разговариваем. Большое спасибо. Спасибо всем. Спасибо.